Предложение. Переложить страховку по ипотеке на банки. Центробанк представил концепцию, в которой в частности предлагается освободить РСН от ипотечного страхования за свой счет. Сейчас при оформлении ипотеки стоимость добровольного страхования рисков, ущерба и утраты имущества, а также страхования жизни и здоровья заемщика банки включают в тело кредита. Эти суммы не всегда попадают в расчет полной стоимости кредита, из-за чего заемщику бывает трудно оценить все затраты на ипотеку. Согласно новой концепции ЦБ, страховка по-прежнему будет необходимой. Однако уплачивать ее будут банки. Документ регламентирует, что банк не сможет требовать оплаты при возмещении страховой премии заемщика, а также заключении каких-либо дополнительных договоров страхования. По прогнозам ЦБ, перераспределение расходов по страхованию приведет к снижению издержек на заключение ипотечных договоров. Так произойдет, потому что банк-кредитор как более сильная сторона на переговорах со страховщиком, чем обычное физическое лицо, сможет получить более выгодные условия по страховым программам. Главным образом за счет своего масштаба. В Центробанке подчеркнули, что при заключении ипотечного договора банк будет обязан предоставить клиенту все договоры страхования, а при наступлении страхового случая выплата, полученная банком по договору страхования, должна быть направлена в счет исполнения обязательств заемщика. Если же страховщик обанкротится, банк будет иметь право заключить новые договоры в другой компании. С вами был, как всегда, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсагин. Пока!